Более 2000 детей родились в Томской области за 3 месяца. Такие данные озвучил региональный департамент ЗАГС после подведения итогов работы за первый квартал текущего года. Среди новорожденных 1044 мальчика и 988 девочек. В 27 семьях зарегистрированы рождения двойняшек, первенцами стали 773 новорожденных, 670 вторыми и 581 третьими и более. Добавим, что с помощью электронного суперсервиса «Рождение ребенка» на портале госуслуги можно зарегистрировать акт рождения малыша, и такой возможностью за первые 3 месяца этого года воспользовались 173 семьи. Также по данным ЗАГСа, с января по март в регионе было зарегистрировано 1083 брака. При этом 620 мужчин и 633 женщины в брак вступили впервые. 41 интернациональный брак зарегистрирован с гражданами Азербайджана, Армении, Германии, Израиля, Индии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Северной Македонии, США, Таджикистана и Узбекистана. Самым популярным месяцем для регистрации у молодоженов стал март, а самыми популярными датами – 27 января, 23 февраля, 3 и 23 марта. В эти дни зарегистрировано 173 пары.